Нет, я... Или признавать суверенитет их. А я... Говорите прямо. Вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их. Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, нет. Да? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости.